В ежедневной суете мы забываем жить и наслаждаться мелочами. Спектакль «Жизнь прекрасна» от Ульяновского небольшого театра откроет глаза зрителям на действительность. Сюжет знаком многим. Маленький человек, застрявший в коммунальной квартире, чья жизнь не похожа на праздник, есть лишь одно желание – застрелиться. Несмотря на то, что пьеса написана еще в начале 20 века, она не теряет актуальности, потому что всегда на повестке дня стоит внутренний мир человека. И на что опираться в наше сегодняшнее непростое время, как быть настоящим человеком и вообще как жить и не жалеть о том, что прошло время и прошли годы, а ты так и не понял, что такое жизнь. Подготовка спектакля началась еще в прошлом театральном сезоне. В нем задействована вся труппа. Смешение жанров превращает постановку в настоящую фантасмагорию. Спектакль рассчитан на взрослую аудиторию. Режиссер и актеры обещают, что зрители получат полный спектр эмоций от смеха до слез. Человек, который живет и не думает о том, как он живет, что он делает вообще. Вот. И каждый из зрителей, когда он придет и посмотрит спектакль этот, он задумается, я надеюсь, для чего он живет, и как он живет, и почему он живет, интересно ли ему жить на этом свете. Премьера состоится 15 октября в Небольшом театре по адресу улица Спасская, 10. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.